Ну что теперь делать? Что нам делать? Конечно, остаемся, переживаем это все. Ну что делать? Как людьми и так, и хотим хотя бы быстрее, но закончилась вот эта война. Что я придумал только? Друг друга убивать. Есть же добрые люди, сколько... хоть кашу якусь дают. Детей убивают. И так дорого все для нас. Ну вот и переживаем. И живем, видите, живем. И лекарства покупаем. Ну что делать? А лекарства такие дорогучие, страшно. Да, так что так. Пока живи, слава Богу. Дай Бог, чтобы так. Приходите, бабулечки, приходите. Каждый день стреляют. Ну тут дальше где-то стреляют. В Ясиновато, где еще, Нина? А ну, Горловки. Горловки, вот так. Трохи дальше. А вот как аэропорт брали, так мы и думали, что живыми не останемся. Аэропорт до сих ой, пор каждый было. День бьют. Ой, что было, это не рассказать. 3 ночи или 4, мы думали, уже конец нам будут вообще. Вот так и было. Ну, все, стрельба такая была. Уложилась, пошли.